Кадеты школы юных пожарных спасателей ЯО вновь присоединились к участию во всероссийских соревнованиях «Юный водник». Хозяином состязаний в этом году является Главное управление МЧС России по городу Севастополю. В них принимают участие лучшие команды от каждого федерального округа. Дальний Восток представляют юные пожарные из автономии. Особенностью этого года является то, что впервые соревнования проходят дистанционно. Участники выполняют задания дома, фиксируя все на видео. Конечно, для нас это было немножко неожиданно и для ребят тоже, потому что обычно всегда это проходило в бассейне, да, на воде. Сейчас, конечно, ребята оттачивали свое мастерство на тренировках, на стадионе, но тем не менее в любых условиях они должны уметь выполнить какие-то действия по спасению человека. В ходе состязаний ребята демонстрируют навыки вязания узлов, бросают утопающим спасательный конец и круг. Обязательным этапом является и творческий конкурс. Было сначала много тренировок, на которых мы пытались вязать узлы сначала на время, потом без времени. И было 9 узлов, которые мы должны были завязать за 3 минуты. Воспитанники школы пожарных не в первый раз отстаивают честь региона на всероссийском этапе. Они побывали в Мордовии, в Саранске, где показали высокие результаты и профессиональную подготовку. Конечно, ожидаем победу, потому что мы стараемся. У нас единая команда, которая друг друга поддерживает и всегда готова прийти на помощь, если будет такая ситуация. Если что-то надо, то обязательно друг другу поможем, и поэтому единым духом мы добьемся успеха. Я больше чем в этом уверен. Начались соревнования с торжественного открытия 5 октября. Победитель станет известен в конце месяца. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.